Привет! Наш отпуск подходит к концу, и предпоследнее место, где мы сейчас находимся, это Версаль. Тристан, скажи привет. I am the king. Yeah. It's my garden. My garden. Твой сад, твой сад. What's your... Маленький garden. Big one is... А, большой там будет? Пойдем. Where is your house? Just right here. This is my bedroom. А, он там? My other bedroom. Ага. Again my bedroom. Ага. And my toilet. А, this is your toilet. Okay, it's very big. Я нашла на русском. А, как это? In Russian. О, есть. План. План, да, мы нашли на русском план, круто. Ой, маленький. Оставь его. Круто. Я добытчица. Я добытчица. Ты добытчица. Я не знаю, что это, но я успею. А там несколько, mm-hmm. бери один. Вот мы сейчас где-то здесь, здесь, да? А, да, оранжерея. Оранжерея, да. Пойдем дальше. Ребята, ребята, мы в Париже? Видите, в всем, Париже? Всем А, да, мы в Париже. В Париже? А, мы еще в Париже. Да я смотрю цены, чтобы подняться. Да, да, понял. А, и да, мы в Париже. Вот башня. Эйфелевая башня. Прохладненько. Да, я говорю, что-то непонятно. Да. Короче, подниматься мы туда не будем, потому что там куча народу. А, поднимаемся или нет? Нет. Мы сейчас пойдем фоткаться в другое место. Давай, ну, вот пиво. Пойдем, пиво хочешь? Да. Пиво. Вот они, французы. Пивка бы подешевле. Пивка бы попить под башней. Кстати, здесь берут вино и просто сидят здесь на полу и бухают вечером, мол, молодежь. Да? Это нормально? Это нормально. Круто. Это так часто делают чисто французы. Молодежь. Все, будем пить вино, как чисто французы. Под башней. Под башней. А потом пойдем в Нотр-Дам. Нотр-Дам. Внутрь? Нотр. Нотр-Дам. Внутрь. А внутрь, если хочешь. Нам еще очень повезло, что сегодня будний день и мало посетителей. Ну как, мало? Много, конечно, но на выходные еще больше. Сейчас входим в лабиринты.
говорили. Блин, что ты строишь какую-то херню там непонятную, страшную, поставишь в Париж. Изначально она должна была остаться один год только. Всего на год? Да, все на один, ну, всего на год. И так понравилось всем, что оставили. А изначально все говорили, что это какой-то дурдом, зачем ты такую штуку строишь? История Эйфелевой башни. Коротко об истории башни. Звали его Эйфель. Эйфель. Окей. И, короче, из-за гребаного ИГИЛа всю башню вокруг обгородили металлоискателями. Куча китайцев. Все хотят туда попасть. Пидоры, короче. О, Крис, смотри, этот бас. Вот, на таком же автобусе мы ездили в Риме. Да? Да. Кстати, нам понравилось, удобно. Вот видите, все огорожено, все, блин, все огородили. Гребаный ИГИЛ, блин. Река Сена. Это ведь Сена, да? Сена река, ребят. Глубокая чертовка. Буквально вчера мы пересматривали фильм «Код да Винчи». И вот смотрите, где мы. Та-там! Ведь именно там. Что находится? Ну, в общем, Мона Лиза. Посмотрите фильм. Нет, Мона Лиза. Я про да Винчи код. А, ну все равно, то, что самые известные в Лувре, это Мона Лиза. Это должен подделка? Это не подделка. Ты будешь звездой Ютуба.
как же тут все очень красиво. Вам обязательно нужно здесь побывать. Приезжайте, ребята, приезжайте во Францию.